Давайте, погнали. Так, кулак, да? А кто кулаки будет баф? Ой, ебать, я еблан сразу на мороза побежал. Давай, ауга, кричи на хп. Да, 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 я крикну. Нет, нихуя. Да ёбаный в рот, блядь. И Вашка там тотем не ставит. Шинка. Шинка, ну тотем, бля, поставь этот ёбаный нахуй на трепет, чтобы пацаны не бегали. Еще лишний. Че, пришел вниз? Тотем, тотем, ёба. Заебали. Тотем на трепет, чел, блядь. Да, стоит, стоит. И потом на броню ставь, на эту, на гилу ставь. На броню же, блядь, на... Не-не, потом, потом, на босс. На босс. Ты меня не путай, то я сейчас буду ставить на боссах темах. Я так умею. О, опять этих. Дуидов дохуя и больше. Прям как я люблю. Ебаный в рот. Откуда у вас только? Ну кто-то запулил. Я предполагаю. Бля, напуливаю как могу. Да, блять, феры сдают, а все, и оно. Да я вижу, что феры. Это просто от, на... от напула толку нет. Да ща я их заебашу на ДК. Где-то АДК нахуй, просто ты 9 одел, нихуя не делаешь, ДПС идет. Ну я видел как-то этого, да. Я Фрост ДК видел вообще, блядь, в РБК 205 там ебать, семерку лупит нахуй. Да Фрост ДК я лупит на лоу левеле, потом он не лупит нихуя уже. Шамана пишет нахуй задержки, и Ивашка, вот тебе здесь сам АТО кидать, блять, на танка нахуй. Свой щит, ебаный. Там охуенно. Пол пачки милишников. Да он не на танка лучше кидается, этот щит. У него Т4 же, да? Просто на милика кидаешь и все, и забываешь про этот щит. Ну, блять. А так его постоянно обновлять, пизду его.
Нечаянно, брат, тут Starfall не работает. Ёбаный в рот. Батя, а как они пришли, блядь? Это Starfall, мне кажется. Нет? Я тоже так думаю. Starfall не работает здесь. А чё это? Просто не кастуется. Это Artstyle. Арта? Ну, Fear. Tremor. Фирнуло чела, он побежал саг. А чел это Artstyle, да? А добивайте лоу хпшник, да, если звезды нет. Метку плюс, и не пиздец. Звезду добейте. Ты и ваш. А, он ГМа. А он мертвый. Это чувствую, пахнет пиздой. Да, да, конечно, ебать, вот смотри, тут 10, блядь, тел нахуй. Они ебашат больно. Уебывает. Оттягивай трэш, оттягивай трэш. Если ебашит кого-то в фире. Просто реально, ой, блядь, реально всю комнату спулили, блядь. Ну, уже бегут, нахуй, толпа ебаная. Дергайте звезду, блядь. Да он на пати только работает, блядь, чё толку. Так я с ним в одном пати. Блядь, ебаная тупорылая гарга. Блядь, вот она, вот в чём дело. Не, в прошлый раз не я это сделал. Давайте копытом включу, блядь. Да, ударную волну всю хуйню. Да я знаю, всё сдаю, блядь. Каток чё там, каток. Феры сдаю, а, ну тут не сработает, ну ладно. Женек не зыбку, блядь. Ну, я шаман винер. Шаман винер. Да, Женек там, сдавай тоже свои выступы. Шаман винер. Похоже, шаман не похавал. Блядь. Не выжил, нахуй. Пацаны, коня. Так ты стопай дамаг, блядь. Забирай с людей, трэш. Старайтесь не дохнуть, нахуй. Вы дохнете, время теряем. Топовое кольцо. Убийство. И пояс сразу. Смотри, бля, Иван везет. Пояс. Кольцо? Ну, кольцо неплохое для 226 уровня. Да. Ебать, не ауга, а шету бликин издал. Ну да, хули. Заебал. Пуху мой заел 226 мощно. А хули. Чё, не канает вот здесь коня вывести оттуда? Нахуя его вот... Не выводит. Бля, а вот здесь бить не получится? Не хочу трэш чистить, если честно. Давайте репу качаем. Натуре. 258 кольцо на Агилу один, там же силового нету нас. Чё оставил? О, вот это хуй знает, это вообще не мои поцки пришли. Ебать, ну чё, как оно так получается вообще? Я привёл, давай волну всю хуйню. Давай, ебать. Это маленькие мобы, блядь, у них по 100 тысяч. Да сейчас, сейчас, да, сейчас волну сдам. Топаю. Я себе по 100 тысяч по полмиллиама стоят. Ну это же не кони, блять, они фиры не дают. Да. Притворяйся. А мне когда все? Играйте от сейва, блять. Старайтесь не дохнуть. На пол, на пол. А вот ты чё, хил? А нет. Какой хил? Просто ты так говоришь. Чё ебать?
еще быстренько отбиваемся. Да, мы быстро чисто отхуярили их. А че, говорю, рыбу? 10 секунд жрем и сразу пуляем. Диспойлить проклятие есть вон. Эрдру, совы. Сова. Сова себя. Все, поехали. Нихуя вы пуляете бодро. Ну сказали 10 секунд и пуляем. Здесь прошло. Смотри, пацаны заряжены. Что дело, сдаю? Давай, давай. Кстати, одного бы хила хватило за глаза. Оба одного спектника. Да забей. Ивашка, ты в армии служил? Нет. А, понятно. За тебя тут уже, если что, все подумали. А, ну это как обычно, оба. Как обычно, оба. Кольцо и пояс кто-то будет носить? То я бы отдал. Если кому крит надо. Шаман будет. Шаман заберется на распыль. А кроме шамана ДД какие-то будут? Подождите, стоп, дайте на игру. Бдилку вон на Малага ебаш. Бля, ну точно, он же нас тут хуярит бешено. Будьте агро. На трэше, на миликов. Ну это понятно. А чё, пацан, не то с лицом? Ебать, эти промахи уже. Ну, я видел, лоб стоит, промахивает, стрелы мимо летят. Пойлы мимо летят. А зато гос сбивает, ёбан. Обнови крик, слышь? Да-да, я вижу. А, ну там еще хватает. Блядь, что за привычка нахуй? Отражение жжет. Да, честно, босс вообще, блядь, не пробивает. Уклонение, а ну вот, 2600 вдарил, поглотил я столько же. Без перчатки возьму. Да, хорошие перчатки, если токена нет Т4. А мне его и не будет. Не очень хочу Т4 на ММА. Там какой-то, кто пулить пойдет, идите, кто проклятие может диспелить, или кот, или сова. А чё, он через отражение не это? Не отобьет его? Может быть. Но если еще что-то кинет, отражение потратится, ну, не знаю. Понимаю. Расставил, а чё? Нахуя? ВДК. Ну давай на этих, блядь. Вставайте так, чтобы вас огонь не бил. Если видите, вас огонь бьет, сразу отходите, блядь. Тупые смерти не нужны. На пол. Отходи сразу отсюда, не стой.
Я тут уже пизда вообще. Не стойте нахуй возле мобов, ебать. Ну что, глухие, блядь. Пул сдал там сразу. Да, ничего, что около шамана мобы стоят. Отойди от них. Заебись. Так, куда они знамя крагаются? Жди. Второй на пул сдал. Бля, пацаны, нягрит тебя, сожгёт нахуй так. Да я таун, чё, а хули толку, они дышат, блядь, они чё, думаешь, побегут сразу? Да, про это говорю, что пацаны, блядь, эти как пиздец, ты чё? Не давай хиль. Да, хули хилю, видишь. Ты танка не хиль, когда он бежит с мобами, ничего не делает. Пускай он, блядь, прожимки отдает, блок. Да, это я все сделаю. То, что мобы на тебя бегут, это ты виноват. Ты в танка хилку кинул, щит с него сними, перекинь на другого. Да я сниму, все перекину. Ну, когда перекидывают на другого, он с тебя снимается. Я хуже. Ваша задача, чтобы танка начали пиздить, хилить его и чтобы мобы на вас не бежали. Танк, когда... Так, вы когда грома даст... непонятно, в какую сторону стоите. Вот, волну, бля, и пиздец. Арстайл, через флешки играй, чтобы не сдохли вы. Я тоже щитки кидаю. Женек, видишь, тебя пиздят, не зыбку сразу. И говори об этом, если не зыбка в КД. Или отбегай, не бей. Будем выживать. Вроде кто-то. Вроде кто-то пиздит. У меня рунический прок. Ну если один пиздит, ничего страшного. Да это нет. Да, его один пиздит, он не таунтится. Я с ним сам разберусь, нах. Раз на раз, давай, чё ты. Хуя ты сильный, эба. Это когда в Б10 я ходил, я пока этого, блядь. ДК или Вара танчил во фросте. Пизды ему дал почти. Да ты можешь не бегать сюда, космополит. Ну, чтобы диспелить проклятие, вдруг Арстайл, тебя заметят. Я на боссов просто ДК спекнусь, а на трэше в АДК быстрее убивает. У меня нихуя не будет от ДПС. Мобы не бегут на тех, кто нихуя не делает. Так что, блядь, осторожно. Охуенно вообще. Это... Чё-то 4 моба. Хуярим их. Чё там наверх, ну, можно так, подниматься? Так спулилось. Ну там да, там в принципе можно, в уголок забьемся сейчас там. Там еще пачечка маленькая стоит. Ну что, сейчас пойдем. На подчинение шамана взяли. Да. Дайте вихрь ему, он ферепок. Так, что у нас 5 секунд осталось? Я 10 тысяч с рунического въебал. А РБК видел их хп апнули мобом, пиздец, блядь. Сейчас да, РБК... на копейке там апнули. Ну, я ходил, блядь, полчаса. Да ты, РБК. Блядь, фуловый ты стоишь-то вообще по. Ну вот эту ближайшую пачку агри, врывайся прям, вон, мобов. Вон тех. Тут слуга какой-то, и ваш пиздец. Слуга. Вы ведите к танку его, чё? Женская слуга тут, короче. Забирайте к танку, ведите. Пошли разъебы. Гаргу свою убери, блядь, спекнись в другую залупу, не вызывай гаргу на трэше. Забирай танк, ага, быстрее. Это пизда. Забирай. Подходи, ударную волну, отошли от мобов. Ебаный гарга, ну то нормально бьет, то летит куда-то, и долбоёб. Варт стал, не вызывай, вызывать. Не вызывай. Да все больше. В прошлый раз вызывал, нормально было, но сейчас не буду больше. Главное, не падайте на трэше, сейвите друг друга. Расставил флешками, щиток там на танк.
Посмотри, почти весь трэш подчистили. Все, вставайте вот тут за колоннами. Веди и за угол заходи. Да я знаю сейчас. Отходите. Пол комнаты есть, отходите, а то, чтобы у вас огонь не дышал. Отходите. А кто, блядь, что-то нажал на кого? Они все спулись на кого? Кто-то меня захилил, что ли? Нет. Чтоб было не шуман. Тут у вас свитка с этим... Танек с пизней. Я ролил, блядь, просто так для коллекции. Я не смотрю говно, ты чё? Да мне тоже для коллекции, я, блядь, сейчас ролил, а глубок тут, блядь, спиздил. Еще. Два глубока было. Делись с шаманом, там два глубока было. Давайте, ведите, отошли все. Танк за угол. Свет небес, гнев небес. Шаман, он одна хуйта смотрит. Ну все, уже в зал залетаем, там их так разъебем в зале. Только босса не спуй. Опа, бухаю. Ты с нами не делишься, да? Скелеты разбейте. Стан ему дайте. Блять, я же по КД сам стану. Еще скелет вон, стан. Разъебываем и последних пулим уже. Там их на столе прям танчит. Ну сейчас давайте эту пачку уберем, эти дышат просто. Вон ту пачку еще давай. Ну, все, отходите от них. Так, кто там у нас? Бля, нихуя не вижу, весь экран, блядь, заплыл. Нехуй нажраться. Пойми с кем. Там да, есть какая-то ачивка. Женек на сбиве кастов получается. На треугольнике сидишь. Там каст, который ману сжигает. На всякий случай. Ну и барон, смотрите, вроде как он дает дизарм. И отпиваемся. Я меня Арта попросил во фраста спекнуть. Получится. Дайте только немножко набрать агроник до хуя. Даем набрать агроник, что не делаем. Сюда поближе, вот сюда к тотемам отведешь. Вот здесь хочешь бить, да их? Да. Самое главное, арстан, диспель стал, стан с этого, с сауги, и нормально будет. А остальную болезнь сюда не диспель. Так, что, все, пулькаем? Давай начнем. А на треугольнике ты говоришь? Два. Три, да, на треугольнике сбиваешь. А что, мне морозы не бить, что ли? Это будет красивая победа. Не трогайте, дайте доведу. Пох, убьем здесь уже. Меня застанет, блядь. Стан, диспель сразу. Блядь. Да ебаный, отпустите. А угу, сразу диспель. Агро не срываем все. Смотрим свою агро. Да тут сейчас пока это. Соберусь нормально. Почему-то они тут.
Доты скидывают нахуй себя, пидорасы. Да они тут все делают. Так, Мороз кого бьет? Меня или кого-то другого? Космополит. Тебя. Ага, понял. Сейчас попробую. В мишку уйди и не бей. Все, все, забираю уже. Забрал. На Малага бдилку. В Малага вмешательство. Вмешательство и обратно. Сейчас появится и босс. Блять. По КД вмешательство в Малага и ваш. У меня встанет. Эта даже хуйня пускай висит, пристовская болезнь. Это она диспелит паралич. Пускай висит. Только стан с Мауги диспелит. Ну, если получится, конечно. Пока нету, а увешим тупо и все. Короче, я на бабе сижу. Да, на треугольнике. Это ШП, она сжигание маны кастует. Что, прям дохуя жгёт? Ну, дохуя, да. Бля, не могу сбить у меня КД. Ну, КД следующее собьёт. На 30 вроде как перестанет исчезать. Вот пизда ебаная, доту скинула. Скоро переведем. А че, Геру не надо было, да, здесь давать? А, да похуй уже. Да хотя давай, Геру, сойдем? Давай сейчас. Че, пока не зайдем с этим ебаным трэшем. Да, быстрее, блин. Ребут. 350 тысяч. Ну, 6% нормально. Рад, блядь, на. Раз. Ну, у меня шоссей стояло. Трэш не должно откачить. Пока ребут, 3 минутки, идите, чай себе налейте, умойтесь там и подходите. Так, а ВК пойдем потом? Да. Вык. Да. Мне штанишки нужны на ДД. Какая нахуй?
Чего, с ребят нормально? А, Слав? Не учитывая атрибут. Ну ты нормально справляешься с танкованием? Да хуй знает. Ну вы падали на крыше, нет? Один раз. Слабо. Возле конец. Не, мы все... Если что-то не получается, вон, скажи, с Арсеном пусть он потанчит. Или просто пусть он тебе поможет на трэш, чтобы не падать образно. И да это нет, что-то да... там, давай АФК там не АФК. Дальше-то нормально там уже. Это первый трэш противный. Мы уже Мороза убили, блядь, и ребут нахуй. А, все, заходите, сердце. Ну, да хули, блядь, всю жизнь на мишке танчил, нахуй. Нихуя не на варе, блядь. Ничего, нормально. То же самое, как PvP. Ну, PvP там не надо агро держать. Похуй. Что-то зашло и опять залагало, нахуй. Да нет, вроде. Ну-ка, я сейчас крикну. Да, залагало, вылетело. Короче, я отойду на 3-4 минуты. А, да это не, это просто серф лагает. Там пинг. Во. Ну ничего, больше ОДшки получим. За что мы больше ОД получим? Ну за ребут, там же написано. На 10%. За лупа не работает. Артайл, что, блядь, так фрост ДК тебе нужен, что ли? Слишком далеко. Ну на этом боссе похуй. Откат до Мезозоя. Да, вроде это отошло чуть-чуть. О, мне еще на этого надо плащ, наверное. Блять, пэт не бафнутый, сука. Ивашка. Блять, 4Т8 забрал, так и не попробовал, не потестил. Сейчас будет. Что там, колеса качать пошел? Этот Ивашка нормально так заряжен, пиздец. Ну, так ребята его одевают, ну хуй. Только это нахуй. Вчера было так же. Кто у нас танчит? Женёк же, да? Ауга, точно, вспомнил, всё. Можно ехать. Сейчас, секунду, блядь, мышка что-то тройнула. Дай каску Пэту, пожалуйста. А, есть каска, всё. Бать, у Пэта ХП так же, как у меня. Давайте не обожрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Герл за её, да? Ага. Чё это было? Да чё за хуйня? Да блядь, меня в станах глушит. Почему под напулом на меня? Да ёбаный ты в рот. Что здесь происходит? Ну-ка наблизь. Да, эй, бать, чё за станы? Ну, блядь, стопните просто чуть-чуть, блядь, я соберу их и все. Не, ну, хуй надо посидеть бегать. Блядь, ебать по мне станы по КД.
Ёбана уже в трубу. Это гандон морозный таунт, скажем, блядь. Блядь, вам уебать, что ли, или чё, нахуй? Уберите свои ебучие руки от клавиатуры. Пускай танк 20 секунд танчит. Малак, блядь. У вас что, ОМОН нет? Не 20 секунд. Вам меньше, это надо, блядь, каждый раз нянчиться с вами, сука. Вы что, невменяемые, блядь? Лада, резай малага. Дилку на него дашь. Да, хорошо. Все, я забрал. Лада, малага, резай. А чё, кто-то шлюхи и косты сбивал? Блять, где там Владимир, не в Дисе, что ли? Можно шаману иных? Блять, ты сокеты вставил и зачарился, блять? Да, сокеты вставил и зачарился. Только один камень нужно поменять еще, я, блять, затупил. Там, чтобы заработал. Ну и толку от твоего. Да, это хуета меня выжигает. Все, она выжигла меня. Не может шаман просесть за 10 секунд дать боя. Что это сейчас было, блядь? Ай, баба заебала. Сбил. Опять пошло. А, друид тоже бросок смотрю. Ебать. Нет, блядь, сдохла. Варила. Ага. Поезд нужен кому-нибудь? Да нет, по-моему, говнище. Пошли башить. Да, вот эту кучу тоже разъебываем. Стоим все здесь. Танк приведет сверху. Здесь все стоим. Вот эту пачку будем право убивать? Эту, нет? Разъебываем, да. Все будут стоять звезде, а танк будет дальше здесь, в проходе, вот в этом, в кружке. О.
будешь переводить в кружке танчить. А то тут петом зацепляют эту кучу обычно. Все, стоимся здесь за звездой подальше. Прям по бокам вот этих пидоров пуляй всех. Да я знаю, да. Ну поехали. Че, где еще, блядь? Ну там бегут. Три калики привел. Ну что-то мало спулилось, должно было больше. Хочешь, ну, прикол? Разъебываем, да еще приведем. Арт, хочешь прикол? Я сейчас в АДК спекнулся на босса обратно. А шмот просто ДКшный не убрал. И, короче, с одной ручками хуярил. Думаю, что за хуйня, думаю. Сейчас заменил, блядь. Пачка идет, все, беги. Ёбаный в рот. Мой питомец аж убежал. Ну, да. Эти сейвовые играют. А я гаргу не буду вызывать, пизду. Давай, не зыбку жми. И еще веди пачки, пачку и еще пачку. Крик обновишь потом, как придешь? Пока хотел. Он ведет, отпиваемся. Ебаный питомец, нахуй. Ауга, обнови крик. Сейчас наверх пойду. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Чуть не обрыгался, да? И каска, у тебя оковы есть на такие случаи, оковы вытаскивают на панель, кайте мобов, если видишь. Да, у меня есть оно, нахуй, эти оковы, даже рядом. Пошли, разъебываем. Так, чё, мы куда, в эту пачку влетаем? Эту пачку, каску. Конечно, разъебываем. Каску обновите, 20 секунд каски осталось. Угу. Нечаянно не пойму, то кот, то сова, блин. Всё, давайте, влетайте. Разъебываем. И все, этих тоже развел. Агрите на танк. Те, надеюсь, не сагренные стоят. Все, и вот этих боковых тоже. Опять меня хуярит он, блядь. В углу Арста лужу поколей. Это чепуха, пока прибежит.
Там будет баба конкубина. Танчишь ее вот здесь, возле входа, вот здесь на конце ковра. Все остальные на другой конец ковра идите. РДД на максимальный рейндж. Вот здесь вот. 20 кусков. Задеет. Вот эту курву зерга. Какую? Поставил метку. Перед 50% дашь ей стан там отставил или я убил. Вот. Успели? Да, успели. Успели. То же самое с другой там, кто там. Где-то горничная. Бар горничная. Давайте стан. Легкий трэш, если знаешь, что делать. Да. Если еще урона дохуя, блядь, иди нахуй. А Чилиус ее не застанет, допустим, что будет? Ну она там усиливается, что-то я хуй знаю, что будет. На 50% она что-то кастует на себя. Да, она бафается там. Пидерсию добиваем и идем в коридор. Там охранники будут, они гонщик призывают. Нужно охранников бить по одному. Одного убили, следующего, блин, метка поставится. Такая вот звездочка. Сдохни, тварь. Вот он, охранник сразу. Сука. О, крик обновишь? 20 секунд. Да я вижу, я смотрю, не переживай. А, да, не, просто некоторые нихуя не видят, у них не показывает или что. Почему не показывают? Ну, есть такие. Ну, если у тебя нету всяких этих, блядь, аддонов, то все показывает. У меня нет аддонов, у меня все показывает. Ну вот. Аддоны для слабаков.